Широкая стопа, косточка или высокий подъем. Подобрать для проблемных ног правильную, а главное качественную обувь бывает непросто. Такой ассортимент можно найти на ярмарке белорусской обуви. На данный момент там широкий выбор летних и спортивных моделей. Диана Салихова продолжит. Плоскостопие, проблемы с поясницей и позвоночником, головные боли. Часто такое происходит из-за ношения неправильной обуви. Ортопеды советуют выбирать ее тщательно, особенно тем, у кого проблемные ноги. Широкая стопа, косточка или высокий подъем. Правильная обувь, она по ГОСТу при Советском Союзе была следующая. Жесткий валик, то есть задник, супинатор здесь внутри, вот он, который ее заваливается, и метафизарный валик, который устраняет поперечные плоскостопие. На ярмарке белорусской обуви выставлена как раз такая. Вся обувь с ортопедической стелькой, свободная, мягкая и удобная. У североказахстанцев пользуется большим спросом. Калима Саликова, например, решила подобрать для себя новую летнюю обувь. В прошлый раз купила здесь весенние сапожки и осталась очень довольна. Босоножки хотела или что-то такое. Ну вот ребята соблазнили вот это. Решила померить. А как сапожки, которые покупали? Отлично. Вы знаете, как будто тут и было. Поэтому проблем нет. Очень хорошее качество, нормальное такое. Я уже 2 месяца с ними проходила, нормально показали себя. Выставлены как мужские, так и женские образцы. Каждый найдет себе обувь своего размера. В этот раз радуют ассортиментом спортивной обуви и летних босоножек. Некоторым людям, у кого больные ноги, нельзя носить каблуки, они сделаны на платформе. Также у них ортопедическая основа, и вообще они очень удобные и легкие. В Петропавловске ярмарка пробудет до 1 мая. Приобрести желаемую модель можно по адресу улица Шаканова-Лиханова, 15А. За обновлениями следите на официальной страничке ярмарки в Instagram «Белорусская обувь». Диана Салихова. Итоги дня.